Всем привет! Сегодня 17 января 2021 года. Город Мариуполь. У нас сегодня, вот конкретно сейчас, где-то 15 минут первого дня. И на улице минус 4, минус 6. Не сильно холодно, не сильно тепло. Вот такое здание красивое есть. Дом творчества. Здесь дети изучают хореографию, вокал, театральное мастерство, клуб юных журналистов, студия архитектурного, архитектура, декоративное, что-то мастерство какое-то декоративное, фотолюбители, творческое объединение «Всезнайка», модельные студии, клуб для старшеклассников, спортивные секции. В общем, очень даже много направленностей есть для детей, но, видимо, скорее всего, вот то, где стеклопакеты стоят, да, новые стекла, там, видать, и занимаются, а там, где стекла старые, еще со времен бывшего могучего наследия, именуемого Советским Союзом, там, видать, занятия не проводятся. Я не знаю, никогда не был в этом здании, но здесь регулярно взрослые сюда приводят детей заниматься. Вот, здесь по утрам постоянно много народу. Ну, я не знаю, как сейчас. Сейчас у нас лок или локдаун. Вот. Как сегодня, не знаю. Иду на рынок. По дороге на рынок будет еще несколько интересных мест. А, да, забыл сказать. Это у нас находится здание на улице Азовстальская. Вот здесь такой целый ансамбль сталинских построек есть. Ну, старожилы города, говорят, строили немцы, военнопленные румыны, немцы. Значит, метров 350 прошли, и вот тут у нас такой дворец культуры. Значит, здание тоже архитектурно той же эпохи. Характерно, что вот эти вот колонны, и, по-моему, здесь их не ломали, когда, в общем, здание отдали под реконструкцию в 19 году. Реконструкция длилась почти год. Кажется, к сентябрю 2000-го, ко дню города, уже здесь все работы были закончены. Ну, здесь что сделали? Здесь, во-первых, здесь положили брусчатку. Ну, сейчас она под снегом. Ну, вот немного видна. Спилили несколько деревьев. Посадили несколько деревьев. Вот они. Елки, слава богу, не тронули. Было здесь ели немного побольше. Но я же говорю, вот их спилили, не пойми для чего, а несколько деревьев посадили. Ну, дай бог, лет через 20 это будут красивые деревья. Откровенно говоря, я бы здесь еще лавочек бы поставил, потому что здесь до реконструкции было немного лавочек. Сейчас я пока поставлю на паузу, ближе подойдем. Ну и ладно, что тут, одна минута. Издалека смотрится очень монументально, очень внушительно. Там внутри такой портик, и тоже внутри растут деревья. Летом очень красиво, очень уютно. Но, опять же говорю, цвета, тона выбрали бы немножко как-то повеселее, посветлее. Вот он выглядит, стал, кажется, еще хуже, чем был. Он был раньше такой бежевый, ближе даже к желтому. И выглядел этот центр культуры Левобережной, да. Но раньше при Советском Союзе это был дворец культуры. Вон там видно, в 1952 году его построили. 1952, да. То есть Иосиф Виссарионович Сталин был еще жив, когда это строили. И, судя по всему, строили его тоже не без помощи европейцев, которые попали в плен. Да, ну,
такие вот дела. Рынок, это тоже все улица Азовстальская. Рынок, вот начинается уже рынок. Сейчас хочу зайти на рынок. А пока вот показал с той стороны тоже двух-трехэтажные сталинские дома стоят. Вот, они довольно крепкие. Люди в них живут уже больше 60 лет. Даже я так думаю, что больше 65 лет. Вот. Но зато лавочки поставили по бокам. Вот эта вся сторона в лавочках, часть аллеи. И здесь буквально я вижу 4 лавочки, так метров 150 пройти. Вон там, где мужчина с ребенком идет, но не видно, вон там уже рынок начинается. Вот так вот немножко сбоку, как выглядит этот дворец культуры. Он довольно большой. Я был внутри пару раз. Но там тоже, там хореография, музыка, танцы, песни. Там, кажется, пара каких-то спортивных секций есть. В общем, красивое здание, оно мне всегда нравилось.